Сегодня гимназия 2072 приняла участие вне города. Сотни жителей района Перово и Новогиреево пришли в Перовский парк отметить 869-летие столицы России. А вот и наши кадеты. Сколько раз вы принимали участие в данных мероприятиях? Ну, мы уже участвуем третий год, так как третий год мы кадеты, участвуем во всех мероприятиях, посвященных Днем города. Нам это нравится, и участвуем на таких площадках. Ну, вот наши кадеты после этих мероприятий хотели бы еще съездить в другие парки. Парк Победы, вот я знаю, некоторые люди наши поедут. Веселое, хорошее настроение. Правда, вот погода не очень, но все же. Ну, посетители парков радуются нам. Сначала удивлялись сильно, но теперь все хорошо. Весело и задорно гости праздника от мала до велика плясывали под музыку из кинофильмов прошлых лет. Старые хиты не смогли оставить равнодушными ни малышей, ни их родителей, и бабушек. А какие еще мероприятия вам нравятся? Больше всего мне нравится парад кадет на Красной площади или на Походной горе. А почему? А нравится тем, что это мероприятие очень торжественное, потому что, когда мы там участвуем, мы вспоминаем то, что было во время Великой Отечественной войны, и как мы победили, все те тяжелые мероприятия, которые мы прошли, все битвы. И этим мы понимаем, что мы должны гордиться своей страной и тем, что у нас осталось. Наши кадеты оказались в центре внимания на импровизированной киноплощадке. Сегодня в день города Героя Москвы объявлен в нашей гимназии экскурсионный день. 53 класса вышли во главе с классными руководителями отметить этот замечательный праздник. В нашей гимназии открыт Новогиреевский кадетский корпус. И тем более мы должны присутствовать на этом грандиозном событии. Наши классы распределены по всем площадкам города Москвы. И мы воспитываем наших, и в том числе кадет, в духе патриотизма к своей стране, любви к своему городу, к своему району. Поэтому большинство классов сейчас здесь, в Перовском парке. И мы с удовольствием и горячо поздравляем всех жителей города Москвы, всех гостей города Москвы с этим грандиозным праздником. Желаю вам всего-всего самого хорошего. В этот теплый осенний день каждый посетитель нашел себе дело по душе. Детей развлекали аниматоры, а их родителей – артисты. Кузьменко Дмитрий, специально для телестудии гимназии 2072.